Удаление видео с канала YouTube. Удаление чужих роликов. Всем хай, с вами Angel. Я, как человек, создающий клипы, неоднократно сталкивался с тем, что мои клипы копировали. Причем, зайдя в творческую студию, я увидел столько копий, что... все просто не перебанить. Поэтому хочу рассказать тем, кто... находится в похожей ситуации, ибо я за последнее время заметил то, что стало много среди моей аудитории клипов-мейкеров, которые делают в том числе клипы про диоксиды. Поэтому думаю, для вас эта информация будет интересна. Да я думаю, будет для обычных людей интересно, которые заметили, что ролик с вашим участием выложен без вашего разрешения. Так что погнали. Как удалить чужое видео с YouTube? Самостоятельные способы. Первый, самый простой вариант, можно сделать самим. Просто свяжитесь с владельцем аккаунта и попросите удалить видео с YouTube. Обратитесь к владельцу канала. Отправьте сообщение и опишите в деталях по-человечески, почему данное видео мешает вам жить. Очень часто владельцы идут навстречу. Кроме тех случаев, когда вас заказали. Второе. Взаимовыгодные условия. Есть много людей, которые не хотят ничего удалять по разным причинам. Вопрос даже не в деньгах. Попробуйте предложить человеку раскрутку его канала официальными способами. Станьте продюсером канала на время. Третий. Документы решают. Самый быстрый бан через авторское право. Докажите, что на видео вы и вам принадлежат авторские права. Все. Контент снесут очень быстро. Четвертое. Пишите челобитные и жалобы. Жалобы крайне хорошо работают, если на видео есть прямые оскорбления, угрозы, сцены с участием детей, запрещенные законом, и упоминания запрещенных организаций. YouTube адекватно рассматривает жалобы, если они правдивые. Напомню, что в творческой студии новой появилась возможность самому удалять эти видео, по крайней мере, посылать заявку на удаление. Напомню, что... Но не всегда получается решить все самому, поэтому, как по мне, можно обратиться и в специализированное агентство, которое поможет решить. Ссылку на одно из таких агентств я оставлю в описании. В среднем за работу вам придется заплатить 15 тысяч рублей. Это подойдет в тех случаях, когда на видео зафиксированы вы, но при этом у вас нет своего YouTube канала, например, где... откуда это видео было взято. Поэтому вы сможете законно его удалить.